Я Фауст. Мое видео было уже 2 года назад на канале Стинта. И вроде неплохо зашло. А так, пару слов вообще, кто я. Вот есть Стинт, а есть я. А есть ваша толстая Ребят, я дико извиняюсь. Да. Ну все, я извинился. Дико. А вы почувствовали эту дикость? Всем привет, с вами Фауст. И сегодня первая серия сумеречная искрометных прохождений. Пошел на отсюда! Сегодня мы, как обычно, переживем первую ночь. После этого выкопаем шахту. И пошлем тебя на. И пойдем на. Спасибо. Кто с локтя хочет? Давай. Ты подставился? Ну давай. Готов? Крана. Готов? Симедра. Щеку прям к экрану прислони. Ага, прислонил. Прислонил? Ага. Дебил, блин. К щеку к монитору прислоняешь. Сделали верстак, теперь крафтим дверь. Дверь делается вот таким образом. Не кричи, пожалуйста, ты мешаешь моим сумеречно-искрометным прохождением. Спальник закрой, сука, ты гнойная, блядь, свой майнкрафтер, ебаный, блядь. Закрись, блядь! Ну, понимаешь, я уже кирку сделал каменную. Ребят, шансы есть. Да что делать-то? Ребят, давайте! Про слюни говорим. Либо играем, либо про слюни. Давайте говорить про слюни. Пошел в жопу, блин, своими слюнями. Дон, ба. Чё тебе надо, Фауст? Не обязательно. Вот последнее слово было не обязательно. Ты мог сказать, что тебе надобно? Фауст. Сеньор, сэр, пэр. Никита, откуда ты такие слова знаешь? Иди на балов. Ребят, скажите 300. 300. Ты сын кавалериста! Ребят, скажите, пожалуйста, 21. 21. Вы папа Константин! Братан, ты умеешь песни петь? Я вижу, что ты тупой, такой же, как и я. Давай просто песни петь. Это повышенная самооценка, если ты тупой. Тебя брат орёт, посади его обратно в клетку. Это соседи. У тебя стены из пенопласта сделаны? Чистый картон, бумага. Я в коробке живу. Здесь очень интересно. Сейчас вот самый мой любимый момент будет. Который присоединим к социлографу. Тебе как? Да вроде нормально. Ты социлографом часто пользуешься? Что делаешь им? Смотрю. На кого? На него. И что видишь? Социлограф. Вы что такие взрослые? Вы что, в Counter-Strike играете? Ну да. Дяди, вам сколько лет? Да, реально, слышите, идите там, не знаю, что делают взрослые. Работают они, наверное. Да, идите работайте, ребят. А слышь, а вот. Самый главный вопрос. А ты как называешь вот то, что чем стирается карандаш? Стерка или ластик? Ластик. Точилка. Ребята, вы знали, что если в слове точилка изменить Т на другие буквы, то очень смешно получится. С прочилкой. Ребят, стерку спокойно отдам. Хорошие руки. А ты как стираешь? Аккуратненько. А ты продольно? Вперед. Ты что, извращенцы, что ли? Нет, меня Андрюха зовут, а тебя? Я тебе не скажу. Почему? Ты со стерками балуешься. Привет всем, меня зовут Андрей. Мне 17 лет, я живу в Москве. Привет. Ребят, я учусь на физическом факультете МГУ. Я тоже в МГУ поступлю, чтобы тебе с Украины приедешь? Да. Будешь там, короче, знаешь, посуду мыть, тебе за это будут давать зажигалки. Приедешь домой с газовыми баллонами. Да, семья обрадуется. В смысле, я Андрюха, мне знаешь сколько лет уже? У тебя папе столько лет нет, сколько есть. Мне? 17. Вот есть 2 стула, на какой сам сядешь, на какую бабушку посадишь? Я не загадки попросил его там загадывать. На второй. На тот, который сейчас сижу. Нет, а его нету. Есть только первый и второй. У меня есть, поверь. На какой сядешь? Да, посмотри правде в глаза. Послушай и догадайся, что я делал. Нет, ты чего? Это виски с колой, только без виски. Давай, смотри, ребус, какая рифма к слову 1111? 11. Не пьяться, симуртариста, вот правильная рифма. Вот и все на сегодня. А сейчас можете посмотреть прошлое видео Стинта, видео Хикара или заглянуть на мой канал. Все ссылки на ваших экранах. It's my... It's my life and it's now or never. Здорово, чуваки! Сейчас буду читать свой рэп. Ну, считай! Лисенья в лесу очень хорошо.